Доброе утро. Посмотрите, как солнце встает красиво. Самое главное, в эту часть так красиво падает день. Круто. Очень красиво. Готовим завтрак. У нас будет авокадо с лимоном. Ну вот, наш завтрак готов. Сабиночка, доброе утро. Вкуснятища. Приятного аппетита. Этот мистер не давал мне спать. С утра будет меня. Уф, я злая была. Ну все, давайте пить чай. Черный чай без сахара. Худеем. Пытаемся сесть на правильное питание. Чистенько, как обычно. Листья салата, черри, петакса и вот такая вот вкусняшка готовится. Вкусно и полезно. А еще нужно бросить лишний вес. Вот такая вот у нас вкусняшка. Брокколи здесь есть, петакса. Ну что, понравилось? Вот там лежат пакетики. Хотела снять распаковку, до сих пор не сняла. Поужинаю, потом буду снимать. Обещала распаковочку покупок. После Нового года, в начале января, мы с дочей ходили шопиться. Особо классных вещей мы не нашли со скидками. Вот все, что пока мы взяли. Вот, хочу поделиться. Этот пакетик от Страдивариус я увидела со скидкой. Вот такие вот бутсы, обувь. Посмотрите, размер 39. 38 я примеряла, 38 размер, но 38 прям вот здесь вот не подошел. Замок не закрывался, было тесно, поэтому я взяла 39. Они подошли идеально. Качество хорошее. Посмотрите, правда классно. Они смотрятся очень стильно, классно. Мне очень-очень нравится. Так, стоила она 30 тысяч. Со скидкой я взяла за 10 990. Красота. И самое главное, что они кожаные. Вот. Далее. Пакетик Бершка. Мы Сабиночке купили вот такие вот джинсики на лето. Она не хочет сарафаны, какие-то платьюшки. Она сказала, я хочу шортики и футболочки. Футболочки так и не подобрали, потому что выбора нет. Вот. Шорты мы купили за 2990, а стоили они 12 тысяч. Ну не красота ли, а качество какое, как оно сидит, просто красота. Посмотрите, цвет какой шикарный. Вот, Сабиночка довольна, ну цена 3000. Где вы такую цену найдете? Поэтому бегите шопиться, выгодно, красиво. Далее. Пакетик от Zara. Вот такая вот обувь. Это у нас балетки. Размер 36. Выбрали мы их для Сабины. Посмотрите. Качество хорошее. Смотрится красиво. Как раз Сабиночки мы искали в сентябре. А балеток практически не было. И если они были, то размеров нет.
разобрали, и по цене были, конечно, ужасно дорого, вот, и эти балетки стоили 10 тысяч, а возможно еще и больше, в общем, мы их купили за 6 тысяч. Вот. Красота. Далее. Я думаю, что вы по футляру догадались, что это. Я купила себе очки. Посмотрите, какая красота. Белые очки, как правильно говорят? Ну, с белой оправой, да, правильно я говорю? В общем, такого формата у меня не было. Вот. Первый раз беру. Они такие, знаете, нежные, хрупкие. Вот. Стоили они 15, что ли, я уже не помню. Но, в общем, мне за 10 тысяч их отдали. Вот. Красота. Далее. Давайте я сразу закрою. Вот. Кстати, этот чехол дали подарок, даже вместе с этими очками. Просто из-за того, что эти очки хрупкие, я их сюда положила. А так они от этих очков. В общем, вот такие вот черные, обычные, простые очечки. Посмотрите. Классные, да? Я люблю, когда простенько, стильно, без всяких тут Dolce & Gabbana и Louis Vuitton. Там были одни крутые очки, но там была надпись, которая мне не понравилась, а так они были стильные. В общем, я эти подобрала, и эти мне больше нравятся. Вот. Вот так. Ну как вам мои очечки? Мне нравится. Я думаю, что мне идет. Ну и вот эти очки, я думаю, тоже неплохо подходят. Самое главное, что они нравятся мне. Вот.